Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Хочу сделать такую вечернюю съемку. Вдруг когда-нибудь я ее выложу. Сейчас у нас начало августа. И вот такая вот красота. Особенно видны все краски вечером. Такие яркие-яркие. Вот у нас синие. Есть и вот такие вот георгинчики. Каждый день у нас стоит жара. Очень такая знойная погода. Поэтому днем что-то снять практически не выходит. И вот такие вот клеомы. Цветут. Все они немножко разных таких оттенков. Здесь уже видно, где будут образовываться семена. Такие вот стручочки. Вот оно все выше и выше зацветает. Это вообще такая пышная. И гелиотроп. Такой вот он яркий. Амарант. Вот такой вот желтый кориопсис. И яблочки. И вот такая вот распустилась эустома. Пчелки жужжат. Носят мед каждый день. И красавцы-бархатцы. Ну и вот этот вот шикарный просто куст амаранта. Как плакучая ива. И кустик тысячелистника. Я сколько видео снимаю, он все цветет. И цветет, и не прекращает. Вот многоножка здесь бегает такая. В общем, вообще. И не думает отцветать. Ну и львиный зев, конечно же, вот такой вот он. Здесь вот тоже такие вот цветут. И вот такой вот желтый шафран, как солнышко. Здесь тоже еще такие. И вот здесь спрятались. И распускаются астры. И вот так вот цветут бальзамины. Там еще цветет левкой остатки. А вот этот кустик только недавно зацвел. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока.
До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.